Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. И на той неделе, или в прошлом видео, ну, это неделя назад, я сеяла капусту. Хочу показать, что за неделю произошло с капустой. Просто изумительно пошла капуста. Или семена хорошие, или день был замечательный, когда я садила. Но единственное, хочу сказать, что там, где была ранее капуста, у меня в этом ящичке поночевал мой кот и чуточку подмял. Но капусточка у меня прекрасная, так как у нас очень холодно. И сегодня первый день, и то он с утра был очень мрачный, дожди. Вот такая у меня уже рассада капусты. Здесь у меня, значит, июньская и слава. И вот покажу вам здесь, какие семена, какая рассада. Вот она уже у меня такая. Здесь тоже вот ряд славы и сахарная голова. Поздняя капуста. Поздняя у меня, значит, средняя и ранняя капуста. Но что хочу сказать. Вот они у меня были в укрытии, но я еще раз повторяю, что было очень холодно. Поэтому я не снимала и не выносила на улицу. Тогда, как в другие бы времена, если бы было на улице тепло, я рассадные ящики выносила на улицу и открывала бы их. Вот я сейчас смотрю, их даже еще и поливать не надо. Прекрасные они, влажные. А теперь уже я их закрываю от солнца. И буду ждать, когда они у меня подрастут, а уже, когда их положено будет садить, я их высажу в грунт. Вот только что хотела представить вам по своей капусте. А теперь, дорогие друзья, ваши комментарии. Жду ваших комментариев. У меня сейчас появилось свободное время, когда я могу уже отвечать. Я и так старалась, но, может быть, не совсем ловко у меня получалось. И единственное хочу сказать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делайте лучше меня.